Эта история начинается с того, как наша героиня родилась. Родилась, кажется, ночью, когда уже затихла летняя гроза. С виду она была похожа на обыкновенную желтую пегаску, но это было не совсем так. У нее на боку было серенькое пятно, которое врачи тогда не заметили, так как оно было очень маленькое. Но годы шли, Калисе исполнилось 3 годика, и ее повели на осмотр к врачу. Оказалось, что такие случаи уже были, и матери Калисы сообщили, что ее дочь плывёт. Мама, конечно, была в шоке, но от своей дочери не отказалась, а также продолжила заботиться о ней. Но позже отец Калисы без вести пропал. Маму Калисы звали Лукиана, а отца Дан. Калиса росла с матерью и старшей сестрой Дианой. Диана и Калиса часто играли вместе. Но однажды что-то произошло, и Калиса очнулась в больнице с потерей памяти. В дальнейшем ее воспитала добрая поняша Флати. В 14 лет Калиса встретила старца, тоже полуволка. Он сразу понял, что она частично им родная. Он рассказал Калисе о ее способности, обучил ее превращению и навыкам волк. Правда, Калиса старается об этом не распространяться. И вот Калисе исполнилось 16 лет. У нее приставали к пению и полету. Было очень много хороших друзей. И даже появилась первая любовь, но настоящая ли она? Найдет ли Калиса вновь свою семью? Время покажет. А с вами была я, Лера. Всем спасибо за просмотр. Зацените мой новый дизайн. А я над этим видео очень сильно старалась. И надеюсь, вы оцените. Всем здоровья и добра. И всем пока-пока.